Завершаем наш сегодняшний выпуск на праздничной ноте. Объединенный совет ветеранов поселка поздравляет всех мужчин с 23 февраля. Уважаемые, дорогие наши мужчины поселка Ленева, совет ветеранов поздравляет вас с 23-м днем защитника Отечества. Желаем вам всех благ, самых наилучших пожеланий, которые есть на земном шаре, мирного неба, счастья, здоровья. Есть день такой в календаре, он красный отмечен датой, прекрасный праздник в феврале, день воина, российского солдата. И мы сегодня поздравляем сильную половину человечества. Стихи и песни посвящаем вам, мужчины, защитники Отечества. Дорогие мужчины, юные и возрастные, с праздником вас поздравляем. Желаем вам в союзники удачу, в соратники везение, среди друзей внимание, в работе настроение, здорового духа в теле, успехов в каждом деле. Желаем реализации всех ваших идей и планов, из которых складывается путь к успеху, больших побед в любых начинаниях, неисчерпаемых сил, терпения. Уважаемые мужчины, с Днем защитника Отечества! Желаем новых высот, профессиональных побед, ярких впечатлений и никаких бед. Дорогие мужчины, мы с праздником вас поздравляем солдатским, но видеть хотим вас всегда только в штатском. А если уж в форме, то только спортивной, для бега, футбола и жизни активной. Желаем крепкого здоровья, будьте сильными, смелыми и решительными во всех жизненных ситуациях. Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа и веры в себя. Пусть каждый день приносит вам радость новых свершений, здоровья крепкого, дружбы верной, семейного благополучия, любить и быть любимыми. С праздником!